млечности. В бесконечности начинается и кончается в бесконечности. Поколениями созидается век за веком земля нетленная. Человек, как звезда, рождается, чтоб светлее стала вселенная. Thank you.
гости, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на сольном концерте обладателя Гран-при, лауреата международных и всероссийских конкурсов Павла Фомина. Перечисляя заслуги этого обаятельного юноши, нельзя не сказать о его наставнике, педагоге, который привил своему ученику любовь к народной музыке и гармонии. Павел Павлович Пряхин 1 апреля отметил 50-летний юбилей трудовой деятельности в сфере культуры и искусства. Примите наши искренние поздравления. Семьи, поздравить моего дорогого, любимого учителя Павла Павловича, сказать ему огромное спасибо за то, что он для меня сделал за эти 7 лет. Я ему очень за это благодарен. Вся инициатива от концерта вот этого, это он предложил. Я ему за это тоже очень благодарен, за все конкурсы, наши победы. Ведь все победы – это его работа, заслуги. 99% то, что вот я сейчас показываю, это его работа.
Поэтому я вам искренне благодарен, огромное вам спасибо, низкий вам поклон. Песня «Ты ж меня підманула». Весомый вклад в развитие современного аккордеонного исполнительского искусства. Сегодня, наверное, нет ни одного баяниста, который бы не знал его обработок народных мелодий или оригинальных сочинений. Венецианский карнавал. Thank you.
Евгения Дербенко. «Казаки в Берлине». Thank you.
воспет. И сколько б танцев ни бывало, а лучше вальса права нет. Обработка Евгения Дербенко. Вальс. На сцене танцевальная группа «Интрига». Лопушская средняя общеобразовательная школа. Руководитель Инна Фризен. Thank you.
Украинская народная песня «Ой, лопнув обруч». На сцене Елена Загвоздина, попурри русских народных песен. Пожалей, душа моя, да, дружка.
Сергея Привалова, Семеновна. Спасибо.
телезрители. На телеканале «Брянская губерния» программа «События в лицах». Ее ведущая Оксана Измерова. В конце октября в Москве прошел международный конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров 2011». На нем наш земляк Павел Фомин завоевал диплом первой премии в номинации «Инструментальное исполнительство соло» и взял гран-при конкурса. И сегодня он вместе со своим преподавателем Пряхиным Павлом Павловичем у нас в гостях. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте.
торжественный вечер Брянский городской оркестр русских народных инструментов. Наша фантазия, сказал дирижер, как виновник торжества. Временами тихая и романтичная, временами задорная и напористая. Когда я его узнал, увидел первый раз лет, наверное, 30 тому назад, вы как были, так и не изменились. Значит, у вас такая же молодая душа. Такой же задор. Позже к оркестру присоединился ученик юбиляра тезка Павел Фомин, обладатель гран-при Всероссийского конкурса юных дарований этого года. Барабушки. Thank you.
горячий, очи страстный, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать, увидел вас я в недобрый час.
дорожка. Моя звонкоголосая княжна, ты к празднику, словно к обеду ложка, любому поколению нужна. Мелодиями русскими богата, любимая в народе и в верхах. Играют на гармошечках ребята, и слезы выступают на глазах. Красивая, веселая, живая, полна задора, удали, огня. Ты, может быть, и не подозревая, вытаскиваешь душу из меня. Одинокая гармонь. Я попрошу, помогайте, пожалуйста, мне в зале. Снова заняло в северах света, двери скрипит, не скрипнет огонь. Только слышно на улицах где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улицах где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет поселок кого-то и не ты скажи, гармонист молодой, ты признайся, кого тебе надо. Ты скажи, гармонист молодой, может, радость твоя недалека, да не знает ее и ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одинока, что ж ты девушкам спать не даешь? Самое подрастающее поколение, если вы смотрели внимательно на экран. Он очень старался, очень готовился к этому концерту, очень волнуется. Вот, сейчас посмотрите то, что получилось.
На сцене семейный дуэт. Вы услышите звучание двух гармоний, которые были подарены Павлу в Гомеле как лауреату первой степени конкурса «Золотая лира Полесья» в 2010 и 2012 годах. Юбилейная программа «Играй гармонь». 25 лет программа выходила в эфир под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Геннадия Заволокина. Памяти этого артиста и была посвящена программа. Звучали произведения в исполнении знаменитых гармонистов России, в том числе и наших ребят Дмитрия Панаскина и Павла Фомина. «Гуляй, россияне!» Thank you.
Мастерства. В 2011 году Павел награждается дипломом победителя общероссийского конкурса молодых дарований России. Лауреатом первой степени наш именинник становится, участвуя в конкурсах, играя баян в Варшаве в 2010 и 2013 годах, в международных конкурсах в городе Орле, золотая лира Полесье в Гомеле в 2010 и 2012 годах, во всероссийском конкурсе в Смоленске в 2013 году. Обработка Евгения Дербенко. Чистушка. Дипломами победителей, лауреатов первой, второй, третьей степеней. Самая высокая оценка жюри – гран-при, который был удостоен Павел в Санкт-Петербурге на международном конкурсе «Метелица». В Москве на всероссийском конкурсе «Роза ветров» в 2011 году. В Орле на всероссийском конкурсе «Родники России» в 2011. В Сызрани на всероссийском конкурсе имени Евгения Дербенко. Праздник.
важными для себя конкурсами Павел считает Петропавловской ассамблеи в Санкт-Петербурге в 2013 году и международный конкурс «Роза ветров» во Франции в 2012. Выступление Павла отличалось высоким исполнительским мастерством игры на русской гармонии и артистизмом. Он в очередной раз подтвердил свой высокий уровень музыканта. Павел участвовал в благотворительных концертах в разных городах Франции. Концерты проходили на улицах городов и продолжались далеко за полночь. Вместе с другими участниками международного конкурса Павел посетил аквапарк, знаменитый Лувр, поднялся на Эйфелеву башню и искупался в Атлантическом океане. Возвращаясь домой из самой романтической страны мира, участникам конкурса со всей России удалось увидеть Германию, Польшу, Белоруссию. Евгений Дербенко. «Когда танцуют все». Thank you.
тесно сотрудничает с оркестром города Санкт-Петербург-Метелица и Брянским городским оркестром русских народных инструментов под управлением Владимира Леонидовича Осипова. Их выступления становятся ярким событием для жителей Санкт-Петербурга, Чернигова, Брянска, Кубанская, Залихватская. Нашего поселка, района, области и всей России. Его победы и успехи – огромный труд ученика и учителя Павла Павловича Пряхина и многих преподавателей детской школы искусств, которые привили любовь к музыке. Паша, скоро ты покинешь Выгоньческую землю. Сейчас я тоже заплачу, как мама. Паша, еще раз. Скоро ты покинешь Выгоньческую землю для того, чтобы повышать свое мастерство. У тебя будут новые учителя, новые друзья, новые конкурсы, новые победы. Мы желаем тебе реализации твоих планов, вдохновения, радости преодоления трудностей в постижении профессионального мастерства, бурных аплодисментов. Мы уверены, что еще не раз услышим твое имя и твою звонкоголосую гармонию. Прощание, славянки!
Мы прошли с Павликом 8 лет, трудный путь, сложный путь, и поэтому он был прекрасен. Я надеюсь, что впереди у него еще более большие трудности, и он знает, что я ему пожелал. Это в первую очередь работа над собой. Никакой преподаватель не в силах будет ему дать что-то, если он не будет вырабатывать свой характер, свою силу воли. Заниматься, заниматься, заниматься. Ни при каких обстоятельствах не удовлетворяться своими успехами. Я хочу, чтобы когда-нибудь, через которое время, ты приехал сюда и... И посвятил памяти первого учителя свой концерт. К сожалению, наш праздник подходит к концу. Но мы хотели бы в завершении выразить...